Всех приветствую! С вами сегодня Лилия Донскова, и тема нашего семинара сегодня — как создать клиентскую базу прямо через интернет. Ребят, скажите, пожалуйста, почему вы пришли на этот семинар? Скажите честно, у кого еще пока не получается собирать заказы с их знакомых или с незнакомых людей? И действительно ли вы хотите научиться делать это через интернет? Я сегодня разговаривала с нашим партнером Абальмасовой Ольгой. Дело в том, что именно у Ольги есть потрясающие результаты. Она, не выходя из дома, потому что у нее очень маленькие детки, двое детишек, она, не выходя из дома, собирает заказы минимум на 500 баллов. В прошлом каталоге это было 750. И когда мы стали с ней разговаривать, а как она это делает, она сказала: я делаю все через интернет. И она мне рассказала свои секретики. Сейчас я вам их покажу, да, расскажу все подробненько. Для этого я вам сделаю побольше экран. Уберу от вас список пользователей, и вы сейчас должны не видеть сбоку пользователей. Поставьте плюсики, если так и есть, что экран расширился. Экран должен расшириться. Отлично. И сейчас я его растяну вам побольше. Так. И сейчас вы должны начать видеть мой экран. То есть я открыла вам новый браузер, и вы поставьте плюсик, если вы его видите. Видно, да? Угу. Так, ну давайте по порядку. Какие же у Ольги секретики? Ну, во-первых, у нее есть группа ВКонтакте. Поставьте пятерочки, кто умеет делать группы ВКонтакте. Кто не умеет, поставьте минус. Мне кажется, уже, да, все это умеют делать. По крайней мере, можно посидеть, разобраться. Не все умеют. Ага, не все. Тогда я вам сейчас покажу, как это делать. Так, скайп забыла отключить. Сейчас, секунду. Чтобы он не вылазил. Так, не видела, но можно разобраться. Конечно, давайте сначала я вам покажу, да, в чем смысл. Смотрите, Арифлейм. Энгель Саратов-Блакова, обязательно нужно поставить здесь, написать, что это группа независимого консультанта по красоте Арифлейм. Или это группа независимого консультанта Арифлейм просто. Или это группа менеджера Арифлейм такого-такого. То есть это должно быть обязательно в самом начале, потому что сейчас компания очень жестко следит за тем, чтобы не продвигали чисто просто бренд Арифлейм, то есть что вы продвигали себя именно. Поэтому даже если вы создаете блоги, чаты, какие-то группы, сообщества, форумы, ребят, если вы там напишите просто логотип Арифлейм, то могут заблокировать не просто вашу группу, а конкретно вас как консультанта. Поэтому с этим быть очень внимательно. Поставьте плюсики, что вы меня услышали. То есть вы обязательно пишите: группа независимого консультанта Арифлейм. Вот Ольга написала, в принципе, да, все правильно. Угу, отлично. Давайте посмотрим, что у Ольги есть в группе. Все очень просто. Приветствие. Да, здесь вот написано, что, кстати, и по работе можно обращаться в личку. Но я бы, знаете, честно говоря, не смешивала. Я считаю так: котлеты отдельно, мухи отдельно. Потому что либо вы зовете людей на бизнес, либо вы зовете людей на продукт. Но если вы впоследствии с человеком пообщаетесь и сблизитесь, то вы сможете ему уже предложить также оформление дисконта и, возможно, да, предложение работы. Что есть у Ольги? Смотрите, есть альбомы, 41 фотография. Какие секретики мне Оля рассказала? То есть она всегда загружает новый каталог, интересные странички нового каталога за 3-4 дня до начала каталога. Старый каталог она подчищает, то есть старые картинки, чтобы люди не путались. Потому что если каталог закончился, закончилась акция, и уже скидки и предложения недействительны, поэтому нет смысла их оставлять. Мы быстренько подчищаем все ненужное, загружаем новые фотографии. Просто, да, из... Все знают, где фотографии брать из каталога? Поставьте плюсики или минусы. Не все знают, да? Картинки вам надо будет показать сейчас. Картинки, группа. Т.д. Так.
Ну, практически все знают, но не все. Вот смотрите, загрузила много-много фотографий, да, обязательно дает какие-то хвалилки. Она хвалится своими подарками, я там так группу полистаю немножечко. То есть, сами заметили, шикарное предложение, это лаки, которые сейчас у нас в каталоге по супер-мегановской цене по 99 рублей, но, к сожалению, их уже многих нет на складе, поэтому это предложение актуально, да, в начале каталога, в конце уже, может быть, и не стоит выкладывать, потому что если люди будут заказывать, а лаков нет, то значит и, ну, нет смысла. Ну, может быть, хотя бы будет зацепка какая-то, предложить что-то другое. Далее, обязательно нужны комментарии. Вот смотрите, то есть как нужно делать? Выложили какие-то картинки. Берете вот таким образом, открываете. Вот, открыли. Вот так копируете ссылочку отсюда, сверху. То есть обязательно вот конкретно именно это нас интересует. Открываете Skype или чат ВКонтакте и просите, ребят, напишите как-то комментарии. Ну вот, например, чат сейчас открою, чей-нибудь у нас тут чат. Например, чат Дарьи Самохиной. Скидываем так ссылку и пишем. Девчата, девчата, напишите комменты. Комменты, кто пользовался лаками. Все, скинули. Ребята нажмут на эту ссылочку, и у них откроется вот такая вот картинка. Они промотают вниз, и вот здесь вот напишут свои комментарии. Ребята, это понятно? Для чего это нужно делать? Вот Оля сказала, как только появляется комментарий откуда-нибудь, ну или кто-то из друзей заинтересовался, то тут же начинается ажиотаж и заказы. Именно на эти продукты. Если висит просто тихо, неинтересно, то нету, как говорится, да, нету интереса у людей. Я бы даже еще больше добавила, вот не просто выложить картинки, а написать что-то от себя. То есть, если вы уже взяли, вы уже попробовали, то обязательно пишите, что вам понравилось. Как лежит лак, как он, вот я написала Ольге комментарий, лаки шикарные, быстро сохнут, всего один слой и очень долго держится. То есть, да, кто-то уже почитает из группы, они лаками заинтересуются. Ребят, это понятно, да, то есть обязательно нужно такие штуки делать. Что еще могу порекомендовать? У нас очень много чатов и в Скайпе, и ВКонтакте. Вот берете так, листаете чат. И здесь очень много есть продуктовой коммуникации. Сейчас посмотрим. Ну вот, например. Так. Вот, смотрите. А Мария Ежова написала шикарный отзыв про лаки, помады, Джордани, шампунь, крем для волос, серьги себя побаловать. Трин-трин-трин. Смотрите, и что она сделала? Она написала шикарный, просто шикарный комментарий. Мы берем вот так вот, копируем. Спешу поделиться вот отсюда. То есть мы как бы, да, берем на прокат. Так, полный восторг. Копируем. Подожди, сейчас, секундочку, нам фотки надо, да? Давайте вот так сделаем. Открываем фотки. Берем, нажимаем правой кнопкой мышки. Нажимаем копировать URL картинки. Запоминайте, правой кнопкой мышки копировать URL. У нас вторая страничка открыта здесь. То есть что мы можем сделать? Сейчас я все закрою. Ой. Вот так. Ну, как бы я Ольге, да, сейчас помогу. Вставляем картинку. Она тут же отображается. Удаляем. Возвращаемся к тексту. Ну, можно еще вот эти все покопировать, меленькие. То есть, открывая каждую картиночку, то же самое делаем. Копировать URL картинки. Но я просто не буду сейчас это делать, чтобы долго время не тратить ваше. Копируем вот это. Вот это. Возвращаемся на ту страничку и вставляем вот сюда. Пишу поделиться фотографией, впечатлениями. Ту-ту-ту-ту-ту. И отправляем. Ребят, понятно, да? Но это вы в своей группе сами делаете. То есть все, что вы видите в чатах, вы можете смело копировать эти фотографии. Просто копировать их, вставлять. Это делается очень легко и просто. Как сделать? Две вкладочки открыть надо. Нажать вот на эту вкладку наверху. Правой кнопкой мышки нажать «Дублировать». Таким образом, у вас будет две странички ВКонтакте, и вы
Можете сюда переходить, сюда, сюда, сюда. Это понятно? Поставьте плюсики. Можно вот так вот перетащить сюда поближе. То есть, чтобы нам удобно было работать, мы сюда перешли, сюда перешли. Вот, кого мы набираем в группу? Ребят, естественно, да, как в группу людей набирать, лучше брать людей из своего города. Группа пусть будет открытая, чтобы, да, все могли присоединяться. И лучше всего набирать людей из своего города. Что еще здесь Оля рекомендовала делать? Обязательно создать альбом распродажа. Или вот здесь новый статус поставить. Сегодня стартует распродажа, скидки до 80%. Ставить картинки и обязательно много комментариев. То есть мне очень нравится вот этот продукт, потому что он ты-ты-ты-ты. Если вы сами, пока новички, продукцию не пробовали, вы уже поняли, что вам нужно делать, да? Вы просто скидываете в чат и просите ребят написать отзывы о распродаже, какие их любимые продукты. И просто все будут брать и писать, что им нравится, делиться впечатлениями. И уже ваши гости, люди, участники группы, ваши потенциальные клиенты будут все это читать, и у них будет вызываться интерес. Но вот смотрите, если люди попадутся не из вашего города, что делать в этом случае? Ребят, не теряйте. Если вам человек начал писать, что я хочу сделать заказ, вот то-то, 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 скажите, окей. Я смотрю, вы, например, я в Саратове, а вы в Пензе. Ну, например, да, какая-то девушка вам написала из другого города. Вы говорите, я вижу, вы из другого города. Тогда я предлагаю поступить следующим образом. Так как доставка почты будет стоить очень дорого, и нам, ни вам, ни мне это не выгодно, я вам предлагаю оформить дисконт. Вы сможете заказывать сами продукцию через интернет-магазин, да еще и со скидкой 20%. Пишите в конце, вы согласны? Или вам интересно мое предложение? Если вам девушка отвечает, да, конечно, почему бы нет, вы смотрите, как где СПО в Пензе, скидываете ей адреса, чтобы она выбрала удобное к ней, к дому, поближе, и обязательно скидывайте свою ссылочку на регистрацию. Чтобы, да, и пишите, заполняете ссылочку на регистрацию, я оформлю вам личный интернет-магазин и напишу, как сделать заказы. И пришлю инструкции, как сделать заказы. Ребята, это понятно, что делать с теми, кто из других городов, чтобы вы не пугались. Поставьте пятерочки, если понятно, и мы будем двигаться дальше. То есть вот и у Оли все-таки группа еще не очень раскручена. Я смотрю, комментариев мало. Но она говорит, что она в основном работает в Одноклассниках. В группе. В Одноклассниках также можно создать группу. Сейчас вам покажу, как это сделать. Вот смотрите, наши Одноклассники любимые. Да, кто-то, может быть, еще не зарегистрирован в Одноклассниках. Ну, я думаю, что это дело время, вопрос времени. Вот смотрите, здесь посерединке есть слово группы. Нажимаете на это слово группы. И вот тут сбоку создать группу или мероприятие. То есть это будет ваша группа. Теперь смотрите, мы называем, ну, если вы выбрали группу, то по интересам. Как мы ее можем назвать? Ребят, ну так, чтобы если люди что-то искали, то что они нашли конкретно вас, правильно? Ну, например, красота или модные тенденции весны. Да, красота и здоровье. То есть полистайте, какие есть группы, выберите себе название. Тут нужно будет сделать описание. То есть в этой группе я буду выкладывать самые модные, эксклюзивные новинки, специальные предложения от компании Oriflame для тех, кто делает заказ именно в этой группе. Дополнительные бонусы, подарки, скидки и так далее, и так далее. Тут вы нажимаете тематику, нужно выбрать. Ну, я так думаю, что оставим красота и здоровье. Группа открытая или закрытая, вы сами выбираете. Я думаю, пусть будет открытая. И нажимаем создать. А, выбрать обложку. Выбираем обложку. А какая может быть обложка, ребят? Ну, любая картинка красивая. Ну, вот я цветочки поставлю, чтобы не заморачиваться. Да, ну вы тут можете поставить девушку, которая там держит в руках декоративную косметику, красивый макияж. Но главное, чтобы фотки были четкие, ребят. Вот фотки должны быть четкие и красивые. И нажимаем создать.
Вот таким образом, благодаря вам, я создала новую группу. Только сейчас, прямо на ваших глазах. Вот, сначала, прежде чем кого-то приглашать, нужно ее наполнить. Да, создать темы, загрузить фотки. Вот, чтобы загрузить фото, надо сначала подготовить их. Как мы их готовим? Давайте посмотрим. Открываем новую вкладку. Заходим на сайт Oriflame. Открываем каталог. Можно через Google взять картинки, но я люблю сама выбирать. И начинаем вот так листать. Ребят, всем видно? Поставьте плюсики. Начинаем листать. И вот, например, шикарная помада. Да, просто вот реально шикарная помада. Нам нужно вырезать эту картинку. Я пользуюсь ножничками. Так, у меня есть программка ножнички. Нажимаем «Создать». И вот так вот вырезаем вот эту всю красоту. И сохраняем. Нажимаем, вот тут вот, вам, наверное, не видно, да? Вот так в сторону. Нажимаем «Сохранить фрагмент». Я думаю, что программка ножнички есть у всех, она в компьютере автоматически загружена. Нажимаем так, ну, вот в моих документах папочка 3D интернет рабочий. Создаем папку. Называем ее. Так, создать новую папку. Да, я обожаю ножнички. И называем ее. Сейчас скажу, как назовем. Продукция. Продукция 4. То есть мы будем знать, что это 4-го каталога. Открываем. Называем снимок помады. Так, так, так. Помада. Сохраняем. И все. У нас картиночка уже будет на месте. Заходим в свою группу. Нажимаем фото. Фото альбома. Создать альбом. Можно, кстати, тут фотоконкурсы еще устраивать. Альбом. Модные. Модные. Тын-тын-тын. Модные продукты. Или модная весна, назову ее. Модная весна. Показывать в начале списка альбомов. Тун. Разрешить загрузку только администрации, да? Чтобы лишние люди не лазили. Нажимаем «Добавить фото». Открываем эту папочку, она у нас называется, вспомнить как, продукты 4-го каталога, да? Пам-пам-пам. Продукция 4. Наша помада добавилась. Все. Мы что делаем? Мы пишем описание к этой помаде. Где берем описание? Ребят, смотрите. Открываем новую вкладку. Если вы про эту помаду ничего не знаете, то что мы делаем? Нажимаем, как она у нас называется, помада. Губная помада 100% цвета. Вот так нажимаем. 100% цвета. Цвета. И видите, вот уже тут появляется Oriflame. Нам нужно про нее информацию. Открываем первый попавшийся сайт. Так. Открываем фантастическая коллекция. Тын-тын-тын-тын-тын. И копируем отсюда. Возвращаемся в нашу фотосессию. Вот так, не все улучшает состояние губ. На этом остановимся. Фантастическая коллекция. Все, готово. Теперь что у нас будут видеть люди? Картинку и внизу описание. Далее мы берем, открываем эту картинку вот так на весь экран, копируем и бежим куда? Как вы уже догадались? Бежим в чат, чтобы у нас ребята смогли пролайкать, да, всю эту красоту и поставить свои, как говорится, комментарии, кто пробовал эту помаду. Ребят, все понятно? Честно напишите. Понятно объясняю, не быстро. То есть фотки берем с каталога, вырезаем ножничками. Если не хотите вырезать ножничками фотографии, берите в Гугле, вот так вот нажимаете. Каталог. Так, не каталог, Oriflame, а... Как же это назвать-то? Ну, пусть будет каталог, Oriflame. 4. Картинки.
Вот тут картинки обязательно. И вот пошли картинки, что было в четвертом каталоге. Но знаете, здесь можно долго рыться, искать, да, вот что-то. Вот сейчас вот это есть картинка. Да, вот эти помады есть. Только обязательно, если вы вот отсюда берете из картинок, сначала их разверните. Если вы будете брать вот прямо отсюда правой кнопкой мышки, допустим, да, она будет, как говорится, очень мелкая и мутная. Если же вы ее вот так разворачиваете и отсюда берете правой кнопкой мышки «Сохранить картинку как», выбираете опять нашу продукцию, продукция 4, где она, продукция 4, сюда сохранили, она ушла на место, открываем лайки. Да, можете, ждите, когда полностью подгрузится, потому что если картинка мутная, брать ее отсюда не надо. Видите, не грузится, значит плохая. Следующую открывайте. То есть вы можете вот таким образом набрать себе красивых картинок, если ножничков нет у вас, или долго вырезать. Не пропускаются? Хорошее замечание, Свет. Хорошо, что сказала. А у меня почему-то пропустились. Что значит, удалят ее? Потому что здесь цена у меня крупным планом. Видишь, да? Ну, посмотрим. Хороший опыт. У меня просто нет группы продающей. Но вот для меня тоже интересный опыт. Буду делать. Где посмотреть? Так, это понятно. Давайте посмотрим, как мы создаем группу ВКонтакте. Здесь у нас тоже сбоку есть мои группы. Здесь вот создать сообщество. Ребят, здесь все просто. Методом тыка можно, да, все это набирать. Красота. С Арифлей можно назвать. Группа, пам-пам-пам, публичная страница, мероприятие. Вот оставим группу, создать сообщество. Далее, здесь мы с вами должны ее все заполнить. Ну, можете постепенно потом заполнять, то есть не обязательно все сразу. То есть вы можете потихонечку выбрать также тематику группы, все заполнить. Потом здесь вот выбрать стена открытая. Фотографии открыты или наоборот, вы выключите, закроете, ограничите. Потому что, вы знаете, если стена открытая, вот как у Оли, значит, любой человек может абсолютно, да, спокойно, как говорится, зайти и что-то свое загрузить. Поэтому вы, может быть, стену закройте, там будут только ваши стоять. Да, я, например, я закрою, закрытую стену сделаю. Фотографии открыты, видеозаписи. Открытые документы, обсуждения, обсуждения открытые, материалы открытые, тип группы открытая. Сохраняем, то есть может любой человек добавиться. Далее также загружаем фотографию. Фотографии у вас уже, да, могут быть сохраненные. Я сейчас просто первую попавшуюся. Сохранить, сохранить. И у нас вот такая появилась картинка. Но, естественно, вы выберете заранее, вы можете их потом поменять. Но я не рекомендую часто менять картинки, то есть выберите что-то классное, потому что люди привыкнут к вашей группе, как она выглядит. Если вы потом смените, они могут ее не распознать. Поэтому лучше вот картинку один раз, одну, как говорится, да, самую красивую, и навсегда оставить. Далее то же самое здесь вы... Можете ставить статусы, добавлять все, добавлять обсуждения. Где у нас? Вот тут вот мы ставим с вами то же самое, прикрепляем. Кстати, здесь очень удобно. Я вам как показывала, Оля, то, что мы будем с вами картинки можем брать прямо из чатов. Это очень удобно, то есть уже люди, которые попробовали, поделились своими впечатлениями, да, искренне написанные тексты, вы их просто берете, мы каждый день в чатах что-то скидываем. Вот каждый день то один лидер, то другой заказ получили, и быстренько давай его, как говорится, хвалиться, что понравилось, потому что первые впечатления, они такие яркие, мощные, интересные очень. Вот, что могу посоветовать по поводу группы ВКонтакте? Вы знаете, да, что могут страничку заморозить вашу. И если вашу страничку заморозили, то, соответственно, вы теряете группу, да, как бы на время. Вы не можете ее управлять, вы не видите комментарии, да, вы, ну, как бы не в курсе, что там происходит. Поэтому я предлагаю вот управление сообществом. Участники, так, сейчас ключи доступа. Нет, не это. Забыла, где-то тут есть.
Где-то тут есть такая вещь классная. Так, создатель, руководитель. Сейчас я вместе с вами поищу. Так, не могу вспомнить, но каким-то образом... Ребят, может, кто помнит, подскажите, как-то можно назначить еще администратора в группе, чтобы он у нас... Так, где же это 12 часов делается? 30 минут. Как-то можно, да, надо посмотреть. Контакты, тут всякие, можно добавлять видюшки. Ну, я думаю, что управление сообществом. Так, открыла. А дальше? Тематика, фильтр, местоположение. Тун-тун-тун-тун. Что-то не могу найти. Из участников выбираем. А, точно, мы из участников выбираем. То есть надо будет вступить с другой странички, вступаете в эту группу и даете себе права администратора. Все, спасибо, Михаил, прям вообще умничка, потому что я давно группу создавала, я уже не помню, как это делать. Точно, нужно сначала участников добавить, выбрать администраторов. Вы можете попросить кого-то из своих спонсоров, менеджеров, наставников, чтобы они были у вас администраторами в группе и тоже могли помогать раскручивать эту группу. То есть своими комментариями, чтобы ну, следили, все ли вы правильно делаете, подсказки какие-то давали, такие качественные, хорошие. Это будет очень круто. Ребят, смотрите, какое вот дополнение еще, кого мы добавляем в группу. Вот смотрите, вы на страничке, вот сюда, да, вот тут рассказать друзьям можно, да, сделать, рассказать друзьям. И вы выбираете людей. Так, где они у нас? Поделиться записью, друзья и подписчики. То есть вы что-то пишете здесь, приглашаю вас вступить в мою группу, в ней будет то-то, то-то. То есть, ну, да, такое коротенькое, такую рекламу своей группы, чтобы люди сами вступали. Это будет тоже очень прикольно, так скажем. Ну, вот, в общем-то, наверное, все, да, по этим группам. У вас активная ссылка, ребят, потому что, скорее всего, вы ссылку не видите, которую Михаил скинул. Поставьте плюсики или минусы. Так, как ее скопировать? Вот, я вам ссылочку скинула. Посмотрим, что Михаил создал. Так, как с помощью группы собрать 500-700 баллов? А, Света, я сейчас только рассказала. В группе должны быть люди. То есть ты добавляешь друзей. Например, в Одноклассниках очень много друзей. Например, если я свои Одноклассники вот открою и сейчас начну добавлять, да, участников сюда, то, ну, сами понимаете, как много будет. Вот тут нажимаем «Пригласить друзей» и выбираем, конечно же, желательно кого-то саратовских выбирать. Например, вот девочка, я знаю, она из Саратова. Раз, два, да? Кого-то я смотрю, кого я знаю, кто живет точно в Саратове. Потому что смысла нет добавлять людей, которые в Саратове не живут. Вот. И я вижу, кто у меня мои друзья, саратовские ребятки. Вот. Я их начинаю добавлять. Берем и консультантов, и не консультантов, потому что если у вас, например, в Одноклассниках есть ваши консультанты, но которые неактивные, они в этой группе тоже будут смотреть новости, смотреть новые продукты интересные, комментарии читать. И это тоже будет у них вызывать интерес, как бы, да, то есть сделать заказ для себя. То есть это вовлечение. То есть мы вот так, ну, выбираем. Я, конечно, сейчас не буду это делать так сосредоточенно. Но самое главное, да, вот мы пригласили в группу людей. Где они у нас заканчиваются? Пригласить. Все, нажала, пригласила несколько человек, у них появится оповещение, что я их приглашаю в эту группу. Но, естественно, как говорится,
Лучше сначала в группу прокачать, набрать сюда побольше фоток, интересных записей, ролики поставить. Можно складывать. Да, можно и не друзей, конечно, но ничего страшного. СПО нет. Ну, ничего страшного, можно заказы почтой получать или в соседнем городе, если есть рядышком город. У нас очень многие, вот Галина Брюханова, я знаю, по-моему, за 50 километров за заказами ездит. Свет, секрет, наверное, в том, чтобы просто делать больше интересностей. И конкретно, да, вот я Олю спрашиваю, говорю, а ты много пишешь вообще? Она говорит, нет, я не пишу много. Я выкладываю картинки, пишу вот там кратенько. У меня, говорит, нет такого, чтобы я прям работала, не знаю, как над этим. Нет, все очень просто и четко. А люди сами заказывают. Друзья видят что-то интересное, сами заказывают. Может быть, круг общения просто большой, потому что она говорит, у меня много друзей в этой группе. Мы с ними редко встречаемся, но вот благодаря вот тому, что они заказывают, они приезжают в гости, забирают заказы, или мы где-то встречаемся на нейтральной территории. Вот, была даже Оля такая ситуация, ей девочка из Саратова сделала заказ. Она говорит, я никак в Саратов не попадаю. Она мне ее перекинула, то есть подарила клиентку. И я вот с девочкой встречалась, как раз отдавала ей заказ, общались. Ну и так периодически переписываемся в Одноклассниках. Тоже ее обязательно сейчас создам эту группу и туда добавлю. Давайте поступим следующим образом. Вы сейчас зададите вопросы, какие у вас возникли. Я сейчас проверю, все ли я вам заказала. Ой, рассказала. А, самая интересная фишка. Есть альбом у нее. То есть альбом называется «Продукция есть в наличии». И выкладывает туда фотографии того, что у нее есть дома. Она говорит, была ситуация, что девочка сделала заказ, незнакомая, и заказала кисти. Много кистей, вообще практически все, которые были вот со скидкой в каком-то, в ближайшем каталоге. Она говорит, когда заказ пришел, она отказалась, сказала, ой, простите, у меня сейчас нет денег и так далее. Вот. И я, говорит, просто отфоткала все эти кисточки и выложила в группе, что есть наличие. Говорит, расхватали, как горячие пирожки. Альбомы можно в группе прям создавать. Или раздел делать. Вот смотри. Вот, видишь, создать новый альбом. Нажимаешь новый альбом. Фотоальбом. Название. Есть наличие. Или продукция, которая есть наличие. Продукция, которая есть наличие. Или просто есть наличие. Короче, есть в наличии. Сохраняем. Ну вот ВКонтакте в группе у нее 70 человек, а Одноклассники она мне не скинула группы. Все, есть наличие. Добавить фото. Нажимаем добавить фото и нажимаем, ну как бы, да, те фотки, которые у нас есть наличие. Но я просто их сюда не загрузила, а их просто надо заранее подготовить. Да, она, нет, она сама не развозит, у нее двое детишек, они все сами к ней приезжают или встречаются где-то рядом с домом, чтобы, ну, там кто-то не хочет домой подниматься, на остановке выходит, она подходит, отдает заказы. Я вам сейчас скину ее группу, ребят, посмотрите сами так внимательно, что она выкладывает. Она говорит, я ничего такого прям вот особенного не делаю. Как бы все очень доступно, просто и понятно. Но заказов ей, заказов много. Я вот так тоже полистала. То есть она и хвалится своим ростом карьерным понемножку. Вот, посмотрите, получилась заказ, когда были барьеры. Она говорит, 10 барьеров заказали по интернету. 10 штук, ребят. Представляете? Она говорит, я еле их доперла. Она еще такая, Оля, маленькая, хрупкая. То есть вот она что получает, выкладывает фотки. И людям нравится, ну, вы видите, да, что там, ну, видно, что это заказали уже люди, не себе заказ, все по три. Ура, появились туши снова, теперь хватит всем наличия. Значит, люди видят, и ей в личку пишут, скорее всего, что надо заказать. Вот еще прикольное, от Алены Терещенко, скопировала с Инстаграм, вставила комментарий по поводу этой туши. Что она делает, какая она, хорошая или нет. То есть, это, ребят, это все работает. Заказик. Набор для коррекции бровей, да, его описание. Фоточки разные.
До и после. До и после. Разница очевидная. То есть, ну, вообще прикольно. Мне кажется, стоит попробовать. Наверное, все кинулись листать, да? Ребят, да, жду от вас обратной связи. Что стало понятно сейчас из семинара? Какие вопросы остались? Кто хочет попробовать себя в этой, как говорится, да, в этой роли продвижения группы именно продающей? Да, я думаю, у кого есть, вот нет проблемы, вы можете себе заказывать все. Например, у меня вообще нет вопросов с заказами. Я легко делаю на свой номер, на Мишин, потому что у нас родственники, несколько друзей уже просто, ну, конкретные наши постоянные клиенты. Но мне интересно, я иногда каталоги раздаю просто вот людям. Мне жалко, что я хожу просто так, я не могу. Если мне встречается человек, мне надо ему дать каталог. Это у меня уже, наверное, в крови на генном уровне записано. Я вам всегда об этом рассказываю. И для меня это возможность просто общения, и я нахожу таким образом партнеров в команду. Вот у нас в команде несколько человек. Вот реально это люди, которые вот тут прям из магазинчиков, которые через дорогу от нас. По-моему, человек 6 или 7 у нас зарегистрированы наши люди. Одна из них девочка сейчас на 12% по 150 баллов заказы делает, планирует начать серьезно бизнесом заниматься. Человек из магазина. Понимаете? То есть и другие девчонки-потребители в основном для себя заказы делают. Есть люди, которые проходили стартовую программу. То есть, ну, у каждого свой интерес в компании, но самое главное, что мы с людьми работаем, да, все время. А в группах чем интересно, то что не надо никуда специально ездить и преодолевать свои страхи. Люди сами к вам будут обращаться. Вы просто делаете хороший, ну, контент хороший, чтобы было интересно посмотреть, было интересно почитать. Отзывы. Обязательно должны быть отзывы. Если есть вкусные отзывы, то будет продвижение продукции. И самая лучшая, самая простая идея, это прямо из чатов. Вот что-нибудь скинули девчонки, например, ой, я сегодня попробовал CC-крем, вот кто-то скинул, вот, ребят, ну не хотела брать, честно. Думаю, ну зачем? У меня 55 флакончиков для волос, и масла, и сыворотки, все маски, и пшикалки, и термы, и такие, и такие. Ну кто-то написал, два отзыва прочитала в одном чате от одного человека, в другом от другого. Сегодня я сама уже после душа воспользовалась CC-кремом, и я поняла, что это волшебная штука, вот просто волшебная. Сейчас пришла дочка со школы, увидела в ванной новый продукт, такая, мама, а что такое CC-крем? Я говорю, это вот это. Она, все, сегодня буду мыть голову, попробую. То есть, понимаете, вот рекомендации, отзывы, они продают не просто картинки, а чтобы было что-то написано интересное. Тогда я уверена, продаж будет много. Вот. И не надо много. Люди никогда не читают много текста. Надо 2-3 эмоциональных предложения. Если вы же пишете целые легенды о продукте, никто не читает, ребят. Свет, может быть, поэтому у тебя нет заказов, потому что ты, вот реально ты пишешь поэмы очень интересные, классные, но люди не читают, люди обленились вообще просто, им надо все быстро, четко, конкретно и как можно меньше на это затратить времени. Я надеюсь, вам да, эти рекомендации пригодятся. А, кстати, вот эти все свои идеи, Свет, все свои поэмы нужно собирать в блоге. Потому что если людям интересно почитать более подробно, то надо их давать ссылку на блог. Пусть они туда идут, а там читают. Потому что длинные комментарии не всем интересны. Только, да, вот таким людям, педантам, которым надо все перечитать, весь интернет, собрать полную информацию о продукции, тогда они только закажут. Таким, как ты, Свет. А таких людей мало. Вот я, например, я не могу читать длинные тексты. Но 2-3 эмоциональных предложения меня включают сразу как звезду на елке. И я тут же бегу себе покупаю. Вот надо, не надо. Потом сижу и думаю, блин, ну зачем я это сделала? Ну потому что надо. Включилась. И все. Спасибо вам всем огромное за внимание. Надеюсь, семинар для вас полезный оказался. Вы его будете использовать в работе. Сейчас обработаю запись, выложу, чтобы можно было посмотреть еще. Если вопросы возникнут, ребят, не бойтесь исследовать интернет методом тыка. Любой запрос можно найти в интернете. Просто погуглите. Например, вы не знаете, как создать группу. В гугле вводите, как создать группу ВКонтакте.
И там вам выйдет 55 роликов. Вы выберете самые коротенькие, динамичные, посмотрите их и все поймете. Мы таким образом все делаем, в принципе. Мы так учимся, мы так действуем, и у нас все получается, как вы видите. Все, спасибо всем, до новых встреч. Пока-пока.